Добрый вечер всем. Ну, я постоянно стараюсь отслеживать комментарии в соцсетях. Пишут зачастую не всегда правильные вещи, выражаясь более мягким таким языком. К сожалению, отвечать на все у меня нет просто времени физически, и такой вот формат обсуждения мне очень нравится. Но начать, наверное, следует с того, именно откуда берется такое большое количество воды. Потому что, судя по комментариям, люди не понимают, откуда вообще появляется эта вода, откуда она приходит. Дело в том, что у всякой реки есть определенная территория, откуда эта вода стекается, это водосборный бассейн. Уже исходя из самого определения, ясно, что это вот именно территория аккумуляции. То, откуда приходит именно вода, уходит в реку, и постепенно формируется вот какой-то значительный объем воды, который постепенно продвигается по руслу, заполняет пойму и доходит до кургана. У Тобола на самом деле водосборный бассейн намного больше. Просто здесь я картинку обрезал, там еще сверху идет территория. Около 485 тысяч квадратных километров. То есть это громадная территория. Но для нас наибольшую опасность представляет только та территория, которая находится на севере Казахстана и на юге Курганской области. То есть мы видим, что вот эта территория водосборного бассейна, она простирается практически до Оренбургской области. Но самая значительная волна формируется именно на севере Казахстана и на юге области. Таким образом, вода у нас стекает сразу с трех сторон. С запада, с Уя, с юго-запада, с Тобола и, соответственно, с Убагана, с южного направления. И постепенно вот эта вот вода, она складывается, аккумулируется постепенно, и волна становится все больше и больше. И уже доходит до кургана в таком большом объеме. Ну, собственно, вот это и есть спутниковый снимок рельефа местности, потому что он намного больше расскажет нам именно о водосборном бассейне. То есть мы видим, что вот у нас там проходит Уй из Челябинской области, где находится Троицкое водохранилище. Вот у нас Тобол с юго-запада, там, где Кустанай находится. Там, кстати, если немножко приглядеться, там можно водохранилище. И Убаган. У него очень широкая пойма, его невероятно легко заметить со спутника. И самую большую опасность для нас представляет именно Троицкое водохранилище, Челябинская область, и три водохранилища, которые находятся в Казахстане. Это Жоукуарское водохранилище, Верхнетобольское и Каратамарское. Но дело в том, что эти три водохранилища, они являются каскадными. То есть вода постепенно из одного водохранилища перетекает в другое, потом из второго в третье. Поэтому в основном статистику надо смотреть именно по Каратамарскому, потому что оно сбрасывает воду в дальнейшем в Тобол. Если привести статистику за последний год, то год назад это водохранилище было наполнено только на 70%, 70-75%. То есть был значительный объем, водохранилище могло в себя принять эту воду, и оно, соответственно, ее приняло в себя, и сбросы были, ну, минимальными. Ну, там один куб, может быть, не очень много. Но очень много воды было именно в Троицком водохранилище. И здесь есть одна интересная очень особенность. Дело в том, что когда Троицк сбрасывает воду, а на тот момент год назад было около 95, вот так вот где-то 98% заполненность, соответственно, сбросы они максимально, они постепенно нарастают, и выходит вода со стороны Троицка. Она движется, 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 и вот этот участок Тобола, впадает в Тобол, вот этот участок, он очень необычный. Дело в том, что здесь пойма тоже присутствует, но она очень узкая по сравнению с той поймой, которая находится на территории самой области. И здесь у нас наблюдается максимальная глубина именно Тобола, местами до 15-20 метров. И вот вся эта ванночка, будем называть это так, наполняется этой водой, и вода начинает продвигаться. Со спутника эту воду тоже видно, ее заметно, но затем она уже подходит к Тоболу, то есть она начинает подпитываться от Тобола. Она продвигается дальше, эта волна, доходит до Зверинки, а здесь уже подключается Убаган. Вот тот самый вот этот вот, который идет, начиная от центрального Казахстана. И, соответственно, вот из-за этой приточности с разных сторон формируется большой объем воды, который уже на финишной прямой идет к кургану. Ну, собственно, что такое пойма? В последнее время я часто использую это слово, чтобы просто хотя бы люди понимали, люди гуглили, что это такое, и просто знали, где она находится. У всякой реки есть русло, это та территория, где река постоянно бежит. Русло меняет форму,
на протяжении тысячелетий, десятков тысяч лет, миллионов лет, оно видоизменяет свою форму, появляются старицы, какие-то мелкие озера. У нас на территории Кургана тоже есть такие мелкие озера, старицы. Но у нас есть и основное русло. Но и есть так называемая территория поймы. То есть, когда формируется половодье, формируется большой объем воды, который русло физически не может принять в себя. И вода просто начинает скользить вот по этой территории, по этой низкой территории, которая значительно ниже. У поймы есть, будем называть это, коренными берегами. Вот здесь это хорошо показано, кстати. Вот есть русло, центральная часть, где вот в основном бежит река. И есть вот эта вот пойменная часть, по которой продвигаются значительно большие объемы воды. И вода миллионами лет идет по этой территории, постепенно она оседает, постепенно углубляется. По берегам у нас наблюдаются возвышенности, как правило. Вот если по кургану посмотреть, то пойма у нас... Вот сейчас спутниковый снимок тут где-то был у меня. Вот, но это не спутниковый снимок. Это именно гидрологическая карта. Здесь видно, что пойма достигает где-то приблизительно 20-30 километров. Это самый широкий участок. Вот она как раз именно находится на территории Курганской области. Но это тоже неспроста. Это обусловлено именно географическими факторами и геологическими. Потому что когда западно-сибирская плита столкнулась с русской плитой, образовались Уральские горы, и в отдельных участках появились так называемые возвышения и понижения именно вот рельефа местности. Именно за счет того, что появились вот эти складки. Где находятся складки, там находятся у нас реки. И сеть, Миас и, соответственно, Тобол. Вот если, ну, будем грубо говорить, когда-то вот на этом месте, где находится Тобол, находился древний разлом. И именно по этой причине пойма настолько широкая. То есть вот там наблюдается глубинное понижение. И вода просто ищет себе легкий путь, она заполняет этот участок и просто продвигается вдоль него. Ну, у этого есть плюсы, у этого есть и минусы. Вот, например, где находится пойма у кургана. Потому что не все люди понимают именно, что вот вся эта территория, которая находится от филармонии и до Увала, это и есть та самая пойменная территория, которую всегда затопляла. Миллионами лет. У нас даже курган весь полностью находится в пойменной части. То есть у нас просто курган находится не в правильном месте. Но, к счастью, у нас есть дамба, потому что если когда у нас не было дамбы, у нас всегда город плавал. А сейчас мы построили дамбу, и вода просто уходит в эту сторону и просто затапливает дачки. Но на самом деле с этим участком тоже много проблем, потому что люди заявляют, что давайте построим дамбу с другой стороны. Почему мы не можем этого сделать? Мы не можем этого сделать, действительно, нет. Мы можем это сделать, дайте нам 10 миллиардов рублей, 100 миллиардов, мы вам построим что угодно. Но у нас нет этих денег. И тем более инженеры просто откажутся от такого проекта, потому что он сложно реализуем, потому что вода заходит с разных участков, она заходит снизу, с юго-запада, она не выходит прямо из русла, с разных участков она заходит. Это будет просто какая-то великая китайская стена. И это просто будет нерентабельный проект. И вот здесь же находится этот участок шоссе Тюнина, который постоянно затапливает. Его затапливать не просто так. Если его затапливать, значит, это кому-то нужно. Да, и это было нужно именно тем людям, которые разрабатывали этот участок. Потому что шоссе неудобное и проходит прямо через пойму. То есть через ту территорию, которую затапливает. В комментариях люди пишут, давайте поднимем участок, давайте мост построим, давайте трубы сделаем. Ну, каждый второй инженер, давайте что-нибудь сделаем. Но дело в том, что этот участок специально находится в низменной части, чтобы через него проходила вода. Потому что если мы его поднимем, то вода пойдет либо в сторону Увала, либо в сторону кургана, что тоже нам как-то невыгодно. Обсуждали проекты с понтонным мостом. От него очень быстро отказались, просто ляпнули там что-то, давайте мост, военных позовем там. Но абсолютно никто не принимает во внимание, что длина этого участка 725 метров. Когда находишься там, с одной стороны смотришь, ну вроде немного, можно даже прогуляться. А когда смотришь на это со спутника, я вам дальше покажу, это очень большое пространство, заполненное водой. Ну, а вот, собственно, половодье, как оно выглядит со спутника. Потому что, когда видишь все это, собственно, своими глазами,
именно вот живую картинку, понимаешь, насколько большие объемы этой воды, настолько большие, что ее видно именно из космоса. И когда люди заявляют, ну давайте почистим русло, действительно, давайте почистим, что тут можно просто почистить? То есть вода растекается на огромные территории, где-то приблизительно сопоставимые с размерами Байкала, и даже в самом широком месте достигает ширина поймы 30 километров. Что вы тут собираетесь чистить? Берите лопату, идите, без проблем. Ну, кстати, вот он, Убаган находится. С него в 2016 году была очень большая приточность, потому что зимой на данной территории наблюдался очень высокий снежный покров. До 90, до 100 сантиметров. И, соответственно, очень много озер образуется на этой территории, именно за счет того, что продвигаются большие объемы воды, и все эти старицы наполняются. Ну, а вот, собственно, то это как выглядит без воды. То есть разница видна невооруженным взглядом, если полистать. Тык-тык. Как бы все понятно, сразу становится, что никакая очистка русла тут не поможет, потому что вода проходит тут просто по естественным физическим причинам. Она здесь текла миллионы лет до вас, она будет здесь через миллион лет бежать. Ничем тут не поможешь. Ну, а вот этот участок, кстати, это село Звериноголовское. То есть мы видим, вот идет оно русло, вот старицы идут, мелкие озера какие-то и пойменная часть. А вот то, собственно, как она заполняется водой. Опять же, к вопросу о том, что вы тут собирались чистить-то. Там дальше находится мост, который, кстати, в этом году уже затопил. Ну, не сам мост, а дорогу. Но это, кстати, 2005 год. С большим трудом удалось раздобить этот спутниковый снимок. Ну, а вот то, как это было у нас год назад. Кстати, очень удивительная особенность, потому что это первый спутниковый снимок половодья, именно затопление той территории вот в современности, потому что до 2016 года не было просто физической возможности это сделать, потому что с 2006 по 2015 годы у нас не было сильных наводнений, сильных паводков у нас не было. Это, кстати, самый пик. Пик пришелся на 1 мая, а вот 2 мая было чуть пониже, 805 сантиметров, но тем не менее этого достаточно, чтобы просто понять, какие территории подвергаются затоплению. Вот, кстати, островок, это Смолино, то есть это просто остров уже. А вот там участок Тюнина, который полностью заполняется вот водой, вдоль которого бежит вода. Кстати, в этом году его тоже затопит. Ну и, собственно, какие факторы влияют на формирование половодья? Здесь написаны основные, самые главные. Вообще их на самом деле очень много, около сотни. Это и географические, геологические, антропогенные факторы. Но здесь самые основные. Первое – это высота покрова. Это самое главное. То, какое количество снега у нас выпало с ноября по март, играет ключевую роль, потому что зима у нас длится 5 месяцев. Кто бы там не хотел, что у нас весна началась в марте, у нас зима длится 5 месяцев. И, собственно, мы фиксируем высоту покрова. Сколько она составляет? 30 сантиметров или 90? Это играет большую разницу. Другой тоже очень важный фактор – это осеннее переувлажнение почвы. То есть то, какое количество дождей выпало у нас в сентябре и в октябре. Но здесь еще необходимо учитывать количество осадков летом. Потому что, например, если я вот проанализировал статистику по 1994 году, и выяснил, что лето было тогда, в 93-м году, было очень дождливым, осень тоже была очень дождливой. И, соответственно, весной, когда вся эта вода продвигается по огромной пойме, потери минимальные. Ну, просто почва не впитывает, она и так уже с осени была переувлажнена, а куда еще там еще впитывать? Другой важный фактор, тоже связанный с почвой, это промерзание почвы. Соответственно, если у нас холодная зима, у нас промерзание достигает 2 метров, а может быть даже и ниже. То есть то, насколько сильно отрицательная изотерма проникает у нас под землю. И в этом году у нас промерзание почвы было очень значительно, где-то как раз именно до 2 метров. Вот я недавно смотрел спутниковые данные по почве, и оказалось, что слой почвы от 40 до 100 сантиметров, он очень плохо впитывает влагу. Именно по той причине, что он еще не оттаял, еще не отошел, потому что еще недостаточно суммы положительных температур, достаточных для того, чтобы просто почва начала впитывать влагу. Количество осадков, ну, тут все просто. Как обычно измеряют? Высоту снега измеряют в сантиметрах. Количество осадков измеряют в миллиметрах.
Очень часто люди это путают, когда, например, говорят, что прошел сильный снегопад, выпало 20 миллиметров. Все-таки, ну, что-то сколько выпало там, я там в сугробе застрял, вы там говорите 20 миллиметров. Просто снег растопили и в жидком эквиваленте сказали, сколько осадков, вот именно. В идеале считается, что 1 сантиметр снега дает 1 миллиметр осадков. Соответственно, если выпало 5 сантиметров снега, должно быть 5 миллиметров осадков. Но в некоторых случаях происходит обратная ситуация. Выпадает 5 сантиметров снега, но это преобразуется в 10 миллиметров осадков. То есть это говорит о высокой водности снега. И, кстати, это тоже очень важный параметр. Ну, ранняя зима, соответственно, если зима пришла раньше, значит, ушла, она просто замерзла, вся та влага, которая была в почве моментально, все это засыпало снегом, ну и все, и началась зима, собственно. И тоже дождливое лето, как я уже сказал, тоже очень важно оценить, потому что на самом деле, чтобы сделать качественный прогноз по половодью, необходимо оценивать всю ситуацию с момента прохождения самого половодья. То есть уже с мая, с июня надо смотреть именно, как вот формируются все эти факторы. Ну и, соответственно, год после сильного половодья, когда пойма тоже у нас достаточно переувлажнена, все поймы, все старицы заполнены водой. Водность тобола тоже очень главный показатель. Все спрашивают, откуда измеряют уровень тобола? Что это за нуль по стазу такое? Когда там были первые данные по тоболу, там было 53 сантиметра. Все-таки, что за 53 сантиметра, да, блин, у меня лужа, вот эта лужа, она и то глубже, чем 53 сантиметра. Это условная отметка, от которой идет измерение уровня. Она находится на высоте 63 метров над уровнем моря по Балтийской системе. Она всегда одинаковая, то есть, соответственно, у нас глубина на разных участках может изменяться, а вот эта вот отметка, она всегда статичная, она всегда одинаковая, это очень удобно. И на всяком гидропосте есть именно вот эта вот отметка нуля поста. Она везде по-разному находится, на разной высоте. Ну и, соответственно, запас воды снеги, это то, о чем я говорил, как это просто измеряют, просто собирают экспедицию, черпают снег там где-нибудь в степи ведром, топят его и смотрят, сколько там воды оказывается. Ну и толщина льда, тоже очень главный параметр, который влияет на то, будут ли у нас заторы какие-то, насколько быстро у нас вскроется река. Потому что вот в этом году у нас значительные объемы воды, они проходили именно по льду. Ну, такое тоже бывает. Кстати, в этом году у нас было около 50-60 сантиметров уже на конец марта, по данным МЧС. А норма какая? Нормы? Ну, нормы я не знаю. Норма это усредняется за последние 30 лет. У меня нет этих данных, поэтому в основном ориентируемся только на предыдущие годы. Ну, а вот, собственно, данные по прошлому году. Если посмотреть на график, то видно, что была первая волна, первое резкое повышение. Затем у нас уровень стабилизировался и была вторая волна. Очень часто сравниваются с прошлым годом. А вот год назад там все было залито, а в этом году все нормально. Ну, значит, и в этом году будет все нормально. Нет, это неправда, не будет нормально, потому что влияет температурный режим очень сильно влияет на то, когда начинается половодье. То есть год назад у нас уже, насколько мне известно, плюс 10, плюс 15 было уже в конце марта, уже в отдельные дни поднималась температура, и уже были сильные осадки в первой декаде апреля. Это все сыграло ключевую роль. За счет чего формируются эти волны? Половодье, оно, как правило, всегда у нас делится на два этапа. Первая волна и вторая волна. Это связано со спецификой таяния снега на территории водосборного бассейна. Первая волна, она формируется везде, на всей территории. То есть просто тот снег, который находится на пойме, на каких-то притоках, он тает, вода моментально стекает в русло, и уровень повышается на всех станциях. А вторая волна формируется именно за счет тех же талых вод, за счет остатков от снега, за счет сбросов с водохранилищ и за счет дополнительной приточности, за счет осадков, вот она формируется, вот эта вторая волна, которая год назад у нас всех вела в ступор, когда у нас в середине месяца все заговорили, а, так смотрите, так всего 5 метров, так ну давайте расслабимся. И все расслабились, а потом напряглись. Собственно, в этом году у нас та же самая ситуация наблюдается, тоже прошла первая волна. Сегодня вот было у нас 490 там с копейками. В Зверинке сегодня было, кстати, 806. Похоже, что пик, потому что вчера было 24, сегодня 0 сантиметров. Вот такая вот ирония судьбы. Через 10 дней сейчас участники
Да, на самом деле, потому что если ориентироваться на средние сроки, то вода от Зверинки до Кургана идет где-то приблизительно 7-10 дней. Но опять же, это зависит от температуры, от количества осадков, от того, как какой-то процент воды у нас все равно теряется по пойме, растекается, что-то уходит в почву. Но, как я уже сказал, потери будут минимальными. То есть все-таки эта вода дойдет до нас. И если ориентироваться на уровень Зверинки 806 сантиметров, то у Кургана будет где-то в районе 740 сантиметров. Ну, я выдавал свой первый прогноз еще в феврале, 720-820, я его на данный момент и придерживаюсь. Но опять же, если будут у нас осадки, то будет постепенно вот этот уровень поддерживаться. По 5 сантиметров, по 8 будет потихонечку расти. Ну, цикличность, в природе все циклично. Цикличность есть в климате, и эта цикличность в климате определенным образом накладывается именно на поведение реки. У нее тоже есть своеобразная цикличность. Эта цикличность была еще не мной обнаружена. Была найдена еще в Советском Союзе. Я читал одну статью за 70-й год, там именно исследовались вот эти уровни с 30-е, 40-е, 50-е, 60-е годы, но выборка была очень небольшая. Я использовал эти данные, использовал свои данные, провел свой анализ, и вот удалось вычислить вот эти вот циклы минимума и циклы максимума. Сейчас мы вступаем в цикл максимума. То есть, если вы помните, у нас с 2006 по 2015 годы у нас уровень Тобола был достаточно низким, ну, на уровне 370-338 сантиметров средний уровень. И, кстати, минимум был зафиксирован в 2009 году. 119 сантиметров. То есть вот сегодня у нас 490, а минимум в 2009 году был 119 сантиметров. За счет чего? За счет того, что лето у нас вот за этот период оно было жарким, сухим, зима была холодной и бесснежной. Это опять же вот к вопросу о климатической цикличности. А сейчас мы вступаем в период максимума. И в среднем можно полагать о том, что в последующую десятилетку уровень будет составлять примерно 665 сантиметров. Но, кстати, тут есть исключения, потому что в некоторых случаях эта десятилетка делится на два. Пятилетка минимума и пятилетка максимума, как это было у нас вот именно в 90-е и 2000-е годы. Ну, а вот, собственно, последний спутниковый снимок за 22 апреля. К сожалению, более свежий снимок мне не удалось сделать, потому что облачность помешала. И вот, кстати, здесь очень хорошо видно продвижение первой волны, вот затемнение на пойме. То есть это пойма, заполненная водой. И вот эта вода потихонечку просачивается и дает 5-10 сантиметров. А вот идет вторая волна. Это вот сейчас она уже прошла Зверинку и тоже начинает заполнять пойму. То есть все это легко со спутника отслеживается, легко сопоставляется. И, кстати, да, интересная особенность. У нас очень редкая гидрологическая сеть. У нас редкая метеорологическая сеть, там через каждые 50 километров ставят станцию, удивляются. А у нас гидрологическая сеть тоже очень редкая, через каждые 100 километров. Потому что у нас есть Курганский гидропост, у нас есть Зверинский гидропост, Усть-Уйский и все. А когда вода у нас выходит из Троицка и не доходит до Зверинки, мы теряем эту воду. Мы не знаем, где она находится. Потому что у наших ведомств почему-то нет спутниковых данных. Они не отслеживают это из космоса. Они вот утверждают, ну вот пик в Усть-Уйском пройден, а в Зверинке еще воды нет. Ну давайте расслабимся. У нас выступает губернатор, говорит, смотрите, все хорошо, как бы воды больше не ожидается. А потом начинаются росты в Зверинке, и вода почти на 2,5 метра поднимается. И все-таки, опа, а вода-то оказывается есть. То есть, как бы, и эта волна, она получает дополнительную приточность со стороны Убагана, то есть с юга. И плюс еще осадки у нас тут прошли, тоже дополнительный прирост вода получает. Переувлажненная пойма, ну, то есть, ничего хорошего в целом. И, кстати, температура в этом году, на ближайшие 7-10 дней, она будет ниже, чем год назад. Тоже, кстати, очень плохой показатель того, насколько быстро будет оттаивать почва. Ну и у меня все, спасибо за внимание. Вопросы?